Но не попал. Хотел попасть уже на душами, как говорят спортсмены, но не получилось. Счет. Длинный такой пас великолепный вдоль центральной линии Володи Сосницкому. Он прокидывает его себе и метров с 20 блестяще выкладывает мяч в ворота. Сильнейшим, чуть над землей ударом. Ну, тут вратарю, конечно, делать нечего. Сильнейший удар у Володи Сосницкого. Десять-3 должно быть на табло, сейчас поправим. Но если не поправим, то 10-3. Вы слышите, какой счет пока что. Спортсмены Колоса. Ну, Евгений Еременко. 52 года человеку вышел только что вот в этом году.